рекламных счетов. Да, и гимнастка пыталась его догнать, не смогла, и они взяли запасной предмет. То есть была большая сбавка, но это все равно не помешало команде Белгари занять третье место в многоборье. А сейчас опять, к сожалению, с небольшой ошибки начали выполнение упражнения гимнастки. Одна гимнастка не смогла бросить скакалку, и элемент риска не был засчитан. Тем не менее, это интересная, яркая команда, очень достойно выступающая в этом сезоне. Композитор Джимми Саммервилл, аранжировку этой мелодии сделал Димитр Гетов. И вы слышите голос популярной в Болгарии певицы Жанны Бергендорф. Удивительные костюмы, пластинки довольно большие. Еще одно запутывание небольшое не позволило гимнастке выполнить бросок. Мелкая ошибка, но тем не менее сотрудничество более дешевое в связи с тем, что рисковали не две гимнастки, а одна. Знаете, видимо, я не заметила. И либо они сегодня не выполнили этот элемент. Очень был сложный вчера, отбив мяча ногой в прыжке. Сняли. Без зрительного контроля. Либо они его сегодня выполнили легко. Но вот я как-то не обратила внимания. Потому что на сложном.